ясно. Ребята, чего вы все так далеко убегаете? Вы не бойтесь, идите-ка вам в сцене, чтобы вас жюри, во-первых, привел. У меня первый вопрос возник после просмотра видео к Вике. Вика, скажи, пожалуйста, про этого самокритичного деятеля. Какой элемент вы убрали? Что его кривые ноженьки не смогли воспроизвести? Можешь показать? Или сказать? А! То есть с этим проблема, да? Так, понятно. Теперь вопрос к Денису. Денис, у меня вопрос серьезный, понимаешь? Как бы ты ни ответил, ты можешь нечаянно зацепить своего хореографа, обидеть. Итак, Денис, а готов ли ты бросить свои новости к чертям собачьим и уйти в хореографию? Ничего! Я думаю, редакция за меня ответила уже. Я готов работать над тем, чтобы новости совместить с танцами. Это будет новые новости. Все, это новости с характером. Было бы интересно посмотреть новости танцев. Вот особенно вот с этим элементом, да? Танцующий хореограф, читающий новости.